Представляли вы проекты по системе электронных платежей, и тогда действительно можно будет реально монетизировать все свои проекты. Закончился третий день баркэмпа, он закончился баркэмп Idea с маркетом, на котором объявлены победители. В их число вошел и ваш покорный слуга, а также Алмаз и веб-идея Ренат, которую вы, наверное, все знаете на нашей блог-платформе. То есть цель проекта моего заключалась — это объединение всех казахов. То есть в период 20 века, да, Казахстан потерпел две смены алфавита, да, это с арабицы на латиницу, с латиницы на кириллицу. И поколения казахов были оторваны друг от друга, да. И сейчас многие казахи, живущие за рубежом, они просто не знают кириллицу, не могут участвовать в жизни современного Казахстана. И сейчас, используя эту программу, вы можете уже, я как бы связал их вместе в единое, сейчас они могут спокойно общаться. Приют KZ, это будет проект о бездомных домашних животных, о собаках, кошках и о всех остальных, где вы сможете найти себе любимца, который вам очень понравится. Как вы собираетесь победить Нурея? Насколько мы знаем, это ваш главный конкурент? Ну, я бы сейчас так не сказал, в принципе. Наш главный конкурент и наш, и Нура, и Казнет Медиа. Все-таки это Mail.ru, Яндекс, Рамбли. То есть это, в принципе, как бы российские портальные системы. Поэтому здесь, я думаю, мы будем вместе думать, как их победить. А как рынок разделить у нас здесь, как мы уже, в принципе, разберемся. А плюс, ну, будут элементы социализации, уже на готове фотосервис, он уже в тестах есть. Сервис музыки будет, в полный рост начнет работать видеосервис, то есть с большим количеством контента. Ну, в принципе, много интересного будет.